Когда мы собирались в Норвегию, мы не знали, что выбрать с собой из одежды, потому что погода здесь очень переменчивая и капризная. В конце концов, мы подумали, что норвежцы наверняка уже давным-давно все придумали и знают об особенности своей погоды. Поэтому в выборе туристической одежды мы решили довериться им. Мнения норвежцев почти однозначно сошлись на Bergens, компании, которая специализируется на одежде и экипировке исключительно для сурового северного климата. Лично я раньше ничего не слышал об этой компании, но факт, что великие путешественники Заполярья, как, например, Роальд Амундсен, Эрнест Шеклтон, Сесилия Скок и даже английская экспедиция, покорявшая Эверест, пользовались Bergens, вызывает уважение. Могу сказать однозначно, что одежда яркая и красивая, а вот насколько она комфортная и практичная, мы узнаем в походных условиях. Если ехать в Норвегию, то вещи с собой нужно собирать как минимум на лето и осень, потому что в один день может быть плюс 30, а на следующий день плюс 5. Когда представитель Bergens помогал нам собрать вещи в путешествии, я очень скептически относился к его рекомендациям, потому что столько вещей мне казалось бессмысленно. Если ветреная, ее нужно одевать под вот эту куртку. Страшно, что на столе лежит еще одна куртка. Возможно, их нужно носить все втроем. Теперь самое интересное. За 10 дней путешествия по Норвегии я использовал все. Потому что с местным климатом спорить невозможно. Но, судя по вещам, ребята из Bergens изучили его очень хорошо. Тут нету одной стабильной погоды. Нужно приспосабливаться. Я похожа на доктора Марио.